На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу улетает в Иран, где проведет два товарищеских матча с национальной командой этой страны. Игры состоятся 14 и 15 января. На выезд отправятся 15 футболистов. Среди них и 3 игрока гомельской команды ВРЗ. Это Антон Матвиенко, Владислав Селюк и Евгений Чернейко. На уровне национальных сборных команды Беларуси и Ирана соперничали всего лишь однажды. Произошло это более 20 лет назад, 20 февраля 1995 года в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках международного турнира. В финальном поединке победила азиатская сборная 2-1. Отмечу, что команда Ирана – десятикратный чемпион Азии. Хоккейный клуб «Гомель» сегодня проводит очередной поединок чемпионата Беларуси в экстралиге. Играют «Рыси» дома, соперник – солигорский «Шахтер». Напомню, что 2 дня назад горняки гостили в Жлобине, где в непростом поединке одолели местный «Металлург». «Шахтер» сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице. «Гомель» находится на строку ниже. «Гомель-2» сыграл 2 товарищеских матча с одним из лидеров чемпионата молодежной хоккейной лиги. Московский «Спартак» проводил в нашем областном центре учебно-тренировочный сбор. В первой игре, которая состоялась накануне на малой арене Ледового дворца, хозяева уступили со счетом 1-5. Сегодня поединок команд не был завершен. Чуть меньше, чем за 3,5 минуты до финальной сирены при счете 2-2 московская команда по причине недовольства судейством покинула лед. Отмечу, что после первого этапа чемпионата МХЛ «Спартак» занимает 2-ю строку в турнирной таблице. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».